друзья, всем огромный привет с Кольского полуострова. Меня зовут Алексей, мы на канале Fishing Sir. Ребята, ну, воскресенье, мы вновь на рыбалке. Что-то все никак не удается за горбушу изгонять. У нас в наших краях тут в стороне Умбадок что-то слабовато, говорят, идет. Пока еще сильного подхода нет. В печке вроде нормально, а здесь так нет. Ну, мы ждем, в общем, еще не торопимся. Еще август впереди. Так, вот приехали половить сишка на Имандре. Ну, заодно еще разочек мормушечку эту обкатает новенькую. На одной стороне чертик стоит. Маринке я поставил мормышку. Вот. Сюда чертик поставил на свою. Ну что, порыбачим. Посмотрим. Так что, ладно. Вперед на рыбалку. Я куда знаю. Так, ну что, друзья, мы, значит, продолжаем испытывать мормышку. Вот такую вот. Так. Сейчас удочки запустим. На одну поставил чертик, пускай чертик стоит, а здесь эту пускай проверяем. Здесь в этом местечке тоже хорезовчик-то есть. А вот там дальше какое-то строение, что ли? Где? Блин, еще должен поклевать, сижу-то здесь. В августе выловил здесь. В начале августа, 10-го, что ли? 4. Ну, там и считается, что 4 раз в 4 года самый крупный ход горбуш. Блин, хапуха. Ой. Сижок. Ну, друзья, посмотрите. Эй, эй. Куда дел-то? Блин, такую рыбку нежную брать-то не хочется руками. Первая рыбка и черта. Вот, сига, друзья, вытащил первого. Блин, камеру опять на бошку не успел надеть. Так, ну небольшой сижок, ну нормально, забираем. Макс, о, бля. Только чуть-чуть, да, пошел? Самый. Вот. А, окунь. Ладно. Окушок. Ха! Изо рта выплюнул малька. Видела? Я на плохо смотрю. Не, вот, малька выплюнул. Изо рта. Ай, красавец. Ладно. Отпустили. А он может там и это может быть окунь-то и сыграл, наверное, тогда тут за этим. Ну там что-то крупнее было, да? Так, ну что, друзья? В общем, пришлось нам на берег высадиться, пообедать. Ну вот,
В общем, простояли часиков до 12. Поклевок что-то совсем перестало клевать напрочь. Ну вот, ветерочек усилился. Что тут начал меняться, в общем, непонятно чем. Ну, по факту вышли на берег, отдохнули, пообедали. Ну, вот, сейчас, в общем, собираемся вновь на рыбалку. Сейчас время 3 часа. Вроде погода устаканилась-то. Вчера-то холодрыга была, утром было 8 градусов. Сейчас уже, наверное, градусов 15. Вот. И мы, короче, тут заехали на местечко, на старое. Ну, здесь уже давно рыбачили мы. И нашли стояночку, где там давно, может, там в кучерявых там каких-то веках рыбаки рыбачили, видать, тут, наверное, сетки нарастали, наверное, гольца ловили, когда здесь голец-то еще был, ну вот, на Иманре. Сейчас вам покажу. Тут банька стоит, у них стоит баня здесь. Сейчас пойдем, я покажу. Так. Такое жилище. Оно, значит, обтягивалось. Это каркас сделанный. Значит, ну, здесь обтягивалось чем-то, там полиэтиленом. Ну, и вот такой вот каминчик, рожек. Вот, видать, там вот здесь внутри огонь разводился. Вот эта вот груда камней нагревалась. Здесь вот скамеечка. Такая вот. Скамеечка, но уже упала. В общем, вот так вот раньше выходили из положения. А сейчас, ну, уже есть специальный там походный бани. Ну, и тут стоянка у них тоже сейчас. Мы тут тоже решили, где обедали. Так. Столик так. Вот, что интересно, столик такой сделан. Подогнано все по высоте. На кострище. Цветочки. Марина говорит, что здесь таких не должно расти. Так, ну ладно, друзья, погнали мы. Постоим, порыбачим. Посмотрим, что после обеда нам удастся, не удастся, не поймает, нет. Так, ну что, друзья, время 6 часов, мы домой. В общем, итоги какие. Хотели мормышку попробовать, ну, сегодня безрезультатно. Два хвоста, сишка одного забрали, и окушка одного выкинул. Был еще мелкий сижок, как бы, ну, не считается. В общем, не знаю, по какой причине, ну, скорее всего, наверное, из-за погоды, наверное. Вот еще до обеда что-то было, потыркало. До 12, а потом вообще тишина. Так что очень грустно, конечно. Ну, в принципе, только что отдохнули, выехали на природу, свежим воздухом подышали. Впечатление. Да, так отдохнули. Хорошо, там местечко такое нашли. Вот. Сейчас домой. Ладно. Все бывает на рыбалке. Так что, друзья, не забывайте. Заходите к нам в магазинчик УК. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачной охоты. Берегите себя. Пока.